Друзья, Берчане одна. Добрый день, земляки. Кто не знает, кто я такой, представлюсь. Я Захаров Владимир Николаевич, заместитель главы города Бирска. Во время отпуска исполняю обязанности главы города. Значит, я записывался выступать, но меня попросили. Вот. Как бы досрочно, поэтому я скажу несколько слов, выскажу позицию администрации города Бирска и свою личную позицию в этом вопросе. Устраивает такая вот ситуация? Устраивает, да? Кто-то сказал нет, но он был один. Владимир Николаевич, вопросы дополнительные можно? По поводу вопросов дополнительных можно будет. Но отдельно в другой части площади. Постараюсь ответить. Все же не услышат тогда. Хорошо, тогда могу.